Поставь внимание, Маша. Тебе тоже уж не сдает. Может быть, тебе повезет. Ну хватит уже меня снимать. Почему? Я уже старая. Старая? Стала. А я думала, ты говоришь, что ты старая. Тебе уж точно не дает. А может быть, тебе дает? Что значит недолет? Недолет — это когда не долетишь. Понятно. А она куда хочет долететь? Вон туда, где малышка и котенок. А где же там у тебя малышка и котенок? Мяу-мяу. Ча-ча. Что-то все валяют. У тебя долет. Долет. Вот Катя. Вот малышка. Вау! Ну ничего себе! Прямо в коробке! Ну, по идее, порядок. Помоги нам. А то у нее там бардак везде. Нет! Ну не кричи. Это не бардак! Нет? Ну, пойдем. Ты жадина. У тебя этих бутылочек столько. Константин Бранзи, мультипликатор. Кнопа. Обладатель всех российских кинонаград. Дважды номинант на Оскар. Но что он думает о чужих фильмах из коллекции Кино ТВ? Где наша кнопочка? Вот наша кнопочка. Она хочет еще раз помочь Алисе. Нет, не надо не больше помогать. Спасибо. Не надо не помогать. Довольно мощное кино от DreamWorks. Очень трудно вот так. Ну так интересно, да, кнопка, скажи. Нет. Мне интересно. Алиса, я хочу с тобой поиграть, вот помочь. Ну да, поиграешь. Я тебе дам. Нет, я хочу сама выбрать. Ну, можно попробовать поиграть с диванчиком. Поэтому, как приручить дракона, в общем, я смотрел с очень большим интересом. Мне эта как-то история была цепляла. Это